Итак, здесь мы видим стойку третьего поколения. Напоминаю, как она работает. Открываем вот эту, и вся тяжесть бронежилета падает на плечи. Вот она упала на плечи. Тебе удобно сейчас? Сейчас тяжеловато. Сейчас тяжеловато. Дальше, если он хочет снять, давай, тихонечко только, все, хватит. Вот видите, вот на этот сантиметр, еще чуть, давай. Вот, вот на этот сантиметр, соответственно, бронеплита поднялась, и так как это четвертое поколение, вот здесь вот корсет, жесткий корсет, который связывает заднюю бронеплиту и переднюю бронеплиту. То есть в третьем поколении поднималась только задняя бронеплита. Здесь за счет того, что они жестко связаны корсетом, поднимаются обе бронеплиты.